Вам я все вручила, вручить мне больше нечего. Так, еще раз представьтесь. Мерзлякова Юлия Дмитриевна. Вы являетесь представителем кого? Торговая компания ОССЭ, отдел ОССЭ. Семейной экономии. Вы сейчас пришли к нам в квартиру с какой целью? Вручить нашу продукцию. Абсолютно бесплатно? Нет, за сарафанное радио. До конца дослушайте, выводы сделаете. Это говорите. Я сейчас здесь делаю. Говорите, говорите. Да, ну и вас поздравлю, вы у меня стали 8-м обладателем всей этой огромной коллекции. Коллекция вам понравилась? То есть вот данную, вот эту коллекцию, вот она стоит тут, кастрюля, термос, постельная, бритва и это. Вы нам вручаете абсолютно бесплатно? Нет. Мы вам никаких денег не должны? Должны. Мне, чтобы перед начальством отчитаться, минимум финансовых затрат он оставил. Но это уже не 22 900, а всего лишь 8. Но это прям за всю эту коллекцию. Вы же сказали за сарафанное радио. Ну и мне, чтобы перед директором отчитаться, минимум затрат он оставил, да. Как я и говорил, это лохотрон вообще сплошной девушка. Да нет. Забирайте вашу всю продукцию. А смотрите, сами вас я уговаривать не буду, мне держите. Все равно этим будут пользоваться. За 8 тысяч здесь стоимость данных вот этих кастрюлек, вот этого всего, это максимум 4 тысячи. Вместе со всеми вот этими бутафорскими компрессорами, вот этими бритвами, которые вообще стоят 500 рублей. И вот это постельное белье девушка. Я же вас сразу спрашивал. Я знал, что это лохотрон. Но вы же сказали, что это бесплатно, только Слово за. Бесплатно я не говорила. Как это? Вы сказали бесплатно, все, и начали вручать подарки. Если подарок, это подразумевается, что это бесплатно, а так? Я не говорила слово подарок ни разу. Как это? Вы когда представились, вы сказали, я вам хочу вручить подарки за информацию. Нашу да. продукцию взамен на сарафанное радио. И понятно. Мне, чтобы перед директором отчитаться, что я это вручила населению, а не себе забрала, минимум финансовых затрат он оставил. А, и я вам должен 8 тысяч в итоге отдать. Сразу все. Здорово. Это, давайте я вам расписку напишу, чтобы вам перед директором отписаться. Нет. Распишусь там еще, в каких документах там, что я получил. Нет. Ладно, девушка, рад был с вами пообщаться. Успехов вам. Я вам рекламу сейчас сделаю в интернете. Весь город будет знать, что вот ходят вот такие люди. Вот так вот вроде как вручить подарки, а в итоге выписывают счет 8 тысяч. Дорогие друзья, никто не ведитесь на этот лохотрон. Всего доброго, девушка. Больше я вас не задерживаю.